В Шымкенте в рамках проекта «Экосана» высадили десятки саженцев арчи и елей на новой аллее в 8-м микрорайоне. Каждому дереву присвоили штрих-код. В нем зашифрована информация о названии саженца, даты посадки и о том, кто дерево посадил. А это известные казахстанские артисты, госслужащие, журналисты, представители интеллигенции и активисты. Обязательно будем следить. Ответственность большая, с QR-кодом, чтобы, я думаю, чтобы она была самая такая, достойная, красивая и вечно зеленое дерево. Раз в месяц она будет плакаться, говорить, заявлять о том, что хочет пить, и мы должны будем приходить и поливать. Это экология, правильно? Чистота. То есть... Тем более в нашем городе, когда все это так вот в середине города, в центре города все заселено, наверное, глоток свежего воздуха всем нужен.